Доброго дня всем. Так сразу же записываю видео для по трем вопросам. То есть вопрос один и тот же. Дальнейшие мои действия. Олег, Сергей, Максим. В этот раз помню всех. Ну и всем, кому интересно, то, что я сейчас на данный момент делаю, это вот вырезал. Ух, какие горячие-то еще. Ну как вырезал? Вот по контуру просто вырезал. Вот так вот они выглядят. Если так что. Красиво. Это дамасская сталь 2600 слоев. Те же самые модельки, что я предыдущие выполнял. Клини будут тоже 75%, но в ноль выведены. То есть, ну, опять же, хочу повторить. Мне очень те варианты понравились. Они просто шикарные, они просто божественные. Поэтому решил их повторить. В ноль свожу, потому что хочу всегда сделать лучше, чем, например, любой там импортный, там расфуфыренный образец. То есть, как бы, если оставлю кромку, то я просто тупо повторю, но будет из путной стали, будет с хорошей твердостью, но ничем особенным отличаться они так особо прям здорово не будут. Да, будут, конечно, по стали отличаться здорово, по красоте, но на этом все. Хочется большего. Вот таких вот три у меня. Я их потом сейчас буду обтачивать, выравнивать, то есть там подгонять в размер. В общем-то, тут одно и то же. Сейчас, кстати, просверлю. Не просверлил еще. Вот она, наверное, видно, я отметил. Под отверстием. И что еще? Я почему-то так сильно-то особо не тороплюсь. Потому что мне Игорь обещал прислать шаблон, так сказать, то есть там картонный. Вот жду его. Шаблон, копия бритв Батчер. Хочу вот их один в один повторить, но опять же, как один в один. Явно я их сведу в ноль за точку. То есть, чтобы она была лучше лучшего. Лучше всех, как говорится. По поводу стали, конечно, да, я все уже, в принципе, уже можно сказать, даже давно, недели уже две как поменял. То есть, подход к стали, саму стали уже. Теперь она у меня чуть пониже твердостью, но эластичность прям та еще. То есть, как бы то, что нужно для бритв. Податливость вот этой в заточке. Вот. В общем, тут в последнее время что-то у меня сердечко маленькое ёкает. Думаю, дай-ка я заскочу к врачам. Думаю, дай-ка я там спрошу, что вы, мол, скажете. Сколько мне еще там это... Накукуете, как говорится, сколько лет накукуете. Они говорят, что у тебя вроде все в принципе-то нормально, но сердечко подклинивает. Вот. Подклинивает, ты просто себя загоняешь, мне так говорят. Но это уже не в первый раз, мне так говорят. Поэтому решил работать более плавно. Не напрягаясь уж так прям вот из последнего в последний, прям вот так вот не буду. И сказали больше находиться на природе. Поэтому вот стараюсь, вот готовлюсь, делаю жуков. У меня в прошлом году такие жуки, голавль на них хорошо брал. Это американский орех. Но еще я его пропитаю, конечно, сейчас. Я просто так подогнал. Вот таких жуков делаю. Вот тут все эти прибамбасы собираю, то есть там, чтобы все было. Вот всякие вот кивки там, прочие дела. Вот так вот. Но это, конечно, только когда будет время. Но я буду стараться, чтобы это время у меня появлялось. Вот. Не хочется, как бы это раньше-то написанного. А вот с этими, то есть, клиночками, давайте не будем о том, о всем разном, нехорошем. То есть, эти клиночки сейчас я вот просверлю, обточу по контуру. В общем, все выгоню, там размеры, все дела. Но их положу и буду ждать, когда придут шаблоны, и зафигарю еще, ну, штуки 3-4 вот по шаблонам, срисованным с батчеров. Вот такие вот мои планы на будущее, ближайшее будущее. Вот. По поводу клинышков, Игорь, я уже говорил, я могу сзади сделать
Нечем тут. Ну, давайте вот этой фигней, пока, которую еще не выкинул. То есть, если вот этот клинышек я сделаю еще тоньше, то лезвие у бритвы, то есть, оно не будет заходить туда, ну, в горизонтальном, как бы, положении. Оно будет сюда вот торчать, то есть, ну, некрасиво же. Тут выбор, или сделать копию, которая будет вот так вот будет торчать. Вот так она будет выглядеть. Во. Или сделать вот горизонтально, ровно, красиво, но за счет этого клин увеличивается в толщине. Также и тут, если я тут сделаю заужение по плоскости, то есть я раньше так делал, причем постоянно так делал, то плюс какой? Она будет больше похожа на старую бритву. То есть, ну, неплохой плюс, в принципе, но он не тот, чтобы прям ради этого рваться. Но зато я вот здесь потеряю плоскость, а это прямолинейность при закрывании. Это раз. Вот. И во-вторых, что еще получается, как вам объяснить-то? То есть, во время закрывания у меня клинок вот этим местом притормаживается. То есть, там немножко так вот как бы туго начинает ходить, и за счет этого получается как замочек. Если этого не будет, то опять же будет только за счет затяжки оси вся конструкция держаться. И как бы опять минус. Вот тут как бы или-или. Я почему так делаю это, то есть, немножко нестандартно? Потому что хочется сделать лучше. Ну да, в 19-18 там веках там делали вот так. Нормально делали. Могу повторить. Вообще проблем нет, вообще никаких. Для меня даже проще, вот когда я вот здесь вот сниму на конус, на легкий такой. Для меня это проще намного, чем выдерживать плоскость. Намного проще. Но, то есть, тут или дать ходу прогрессу, или просто копировать то, что есть, уже давно есть. То есть, как бы вот тут так вот, или прогресс, или шаг назад. Ну вот, в общем, да все. Я вам больше ничего не расскажу. Как партизан, потому что мне, в принципе, нечего больше рассказать. И на этом до свидания. Игорь, жду. Все ждет именно письма от тебя с шаблоном. А на этом до свидания. Всего доброго. Ну, увидимся.